Финишировать первым и прыгнуть дальше всех – установка каждого спортсмена на соревнованиях. Тренеры и участники первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике знают, что самое главное на любых состязаниях – это поддержка. О важности поддержки знает и глава региона Алексей Русских. На открытии соревнований губернатор поприветствовал спортсменов. Отметил, что будет болеть за соотечественников и за гостей города одинаково. Нам очень приятно проводить у себя соревнования подобного уровня. И вдвойне приятно проводить соревнования именно в полевой атлетике, одному из самых любимых и популярных. Ярослав Бухенский занимается легкой атлетикой 4 месяца. На первенстве выполнил норматив кандидата в мастера спорта первого разряда. На трибунах за него болеет тренер. Своего воспитанника он называет «рыжий ураган». Серьезное соревнование у Ярослава было впервые, и уже 3-е место и 1-й разряд КМС. Перед стартом очень сильно переживаю, трясусь по сути. Но когда выхожу на старт, как-то все уходит. У меня в ожиданиях было попасть в топ-10, а получилось так, что стал 3-м. Ульяновская сборная принесла в копилку области 3 серебряные и 4 бронзовые медали, заняв 7-е место в турнирной таблице. Всего в город на Волге приехали команды из 14 регионов. Состязания проходили по 2 возрастным категориям – юноши и девушки до 18 и до 20 лет. Ульяновский манеж собрал у себя около 500 спортсменов из разных городов. Ну вот с момента строительства этого манежа в 2014 году ввода в эксплуатацию наши спортсмены в каждом возрасте становились победителями и призерами первенства России. Ранг ПФО – это соревнование немножко ниже, чем то, поэтому мы уверены в том, что наши спортсмены обязательно будут подниматься на пьедестал. По итогам выступлений спортсменов будут сформированы команды для участия в первенствах России по легкой атлетике, которые пройдут в Тольятти и Смоленске. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.